Возможно, у кого-то возник вопрос, что это за штуки у меня такие на руле. Ну, сейчас могу рассказать подробнее. Вот эта штука очень прикольная. Заказана как бы это для велосипеда, чтобы держать телефон, смартфон, там, использовать в руле навигатора там, или велоспидометра. Ну, я приспособил слегка под мотоцикл. И, в общем-то, оно себя зарекомендовало неплохо. С маленьким телефоном, который там, ну, 4 дюйма, там что-то в этом духе. У меня телефон 6,5 дюймов, и смотрится эта штука, скажем так, весьма солидно, но от большого веса телефона на ямках, на всем таком, все-таки вибрация такая, что кажется, чтобы не отломалось. Поэтому пока что использую только очень редко, в исключительных случаях. Вот, сейчас вот продемонстрирую, как это будет выглядеть, такой большой телефон. Вот так эта штука выглядит. Вот, на самом деле очень удобная штука для телефонов размером, да, где-то в районе до 7 дюймов. Маленькие вообще шикарно ложатся, но даже и большие выглядят неплохо и закреплены неплохо. По поводу, кстати, навигаторов, не знаю, кто тут как-то чем пользуется для того, чтобы ездить на мотоциклах, но я испытываю несколько моделей, вариантов, так скажем, навигаторов. Вот, и последнее время мне как-то все больше нравится такой навигатор, как OSM End. По сравнению с Navitel и с Maps.me, который мне тоже раньше нравился, у него есть определенные преимущества. Вот, мне особенно понравилось, когда едешь по городу, показывает направление полос, количество полос и в какую сторону нужно повернуть или по какой ехать. В принципе, больше ни одного навигатора я такого и не видел. Вот, ну из тех, что вот пользовался, тестирую 3, как я уже сказал. Поэтому штуковина очень классная. Карта очень невероятной просто детализации. Вот, в том числе есть даже пешеходные дорожки. Все, что угодно имеется. Вот, и как бы, ну, детализация поражающая просто. Например, для Польши карта весит 1,2 гигабайта. Это в сравнении с Navitel или Maps.me. По-моему, значительно больше. Вот. И пользоваться довольно-таки удобно. Ну, по поводу навигаторов, если хотите, можете оставлять комментарии под видео. Ну, или там спросить, что могу, в принципе, по поводу этого навигатора OSM End, ну, рассказать некоторые его моменты в использовании. Один из самых таких классных моментов, это то, что трек, который можно создать в онлайн каком-нибудь приложении, то есть не трек, точнее, а маршрут. Создать маршрут, потом сохранить его, например, в трек в виде определенного маршрута и загрузить сюда. И что самое главное, он может подхватить этот маршрут и сразу же по нему вам вас вести. Например, в Maps.me пытался сделать то же самое. Там нет такой фишки, он не может подхватить такой маршрут. Он может просто его отображать на экране, а вы как бы вроде бы будете ехать, ну как бы по ориентируясь на него. Ну, разница, на мой взгляд, глобальная. То есть, либо вы просто тупо смотрите, либо вас просто ведет по маршруту и говорит все, что куда нужно повернуть и свернуть. Но это как бы отдельная тема. Вот, я сейчас просто упомянул, если интересно, в комментарии спрашивайте. Вторая сумочка у меня тоже досталась, можно сказать, от велосипеда. И она, ну, в тех случаях, когда будет дождь, но мой телефон туда не влазит, я все хочу купить поменьше телефон, чтобы сюда засовывать. Ну, пока что езжу, туда можно вложить что-нибудь еще помимо телефона. Она имеет какой-то определенный объем внутри. Поэтому свою миссию она выполняет параллельно с этой штукой.